Всем доброго здоровья. Вот здесь у меня росла малина. Ну, наверное, я где-то соток 8 был. То есть такой участок. Но здесь низина. Эта малина постоянно подмерзала. Почти ежегодно. Бывало, даже вовсе вымерзала до самых корней. Потом восстанавливалась. Ну, в общем, решил я ее расхарчевать, перепахать. Ну и затем, уже на следующий год, наверное, посажу только ремонтантные сорта. Как я все это делал, как я корчевал и пахал, если у кого-то есть желание, смотрите. Вот здесь я пахал на третьей скорости и настраивал плуг. Что-то долго пришлось мне его настраивать. Вот когда настроил, вот здесь уже пошел я на четвертой передаче. Пахота совсем другая. И быстрее получилось. Ну, в общем, смотрим видео. Всем удачи. Всем доброго здоровья.
Ha 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 ha!